Друзья, всем привет! И сегодня мы продолжим тему обзора проекта TecraCoin. И сегодня поговорим про инвестиционный фонд платформы. Как же он все-таки работает и по какому принципу? Первое, что необходимо знать, это приобретая криптовалюту TecraCoin, инвесторы будут выделять средства на технологические проекты, которые уже действующие и готовы к продаже. Второй аспект – это будет ученый совет и бизнес-советники платформы Tecra. Они будут тщательно выбирать перспективные проекты и будут просить сообщество платформы Tecra голосовать за него или против. Тем самым сообщество будет также участвовать в принятии решений, стоящий проект или нет. Все голосования, которые будут проходить через кошелек, они будут проходить и будут выбираться проекты, которые будут получать финансирование для реализации. Следующим шагом будет работать система Tecra LTD. Она будет создавать специальное транспортное средство, которое будет рекламировать проект и тем самым будет давать толчок к продажам продукта этого проекта. Инвесторы в TecraCoin будут иметь право на его продажу или же на его блокировку через так называемый смарт-контракт на определенный срок времени и получать за это вознаграждение. Акции компаний, заинтересованных в технологиях и разработанных на платформе Tecra, могут быть куплены при помощи TecraCoin на очень выгодных условиях. Компания Tecra будет периодически выкупать TecraCoin с рынка, распределяя 30-70% своей прибыли, и тем самым будет регулировать цену, чтобы не было стремительного падения цены. Для последующих проектов, разработанных на платформе, Tecra будет выпускать TecraCoin в рамках ICO для привлечения средств. Также можно видеть, что проект выпускает всего лишь навсего пару миллионов монет. Монеты уже сейчас можно купить на сайте проекта по более низким ценам. Кошелек для своей операционной системы можно скачать по ссылкам, которые доступны на сайте компании. В завершении хочу сказать, что это проект действительно стоящий внимания, существующий и наработанной бизнес-моделью. Если они реализуют все, что описано в их техническом документе, вложения в эту платформу будут обоснованы и расширят ваш криптокошелек. На этом у меня все. Всем пока!